Так. Да, я записываю видео. Да, я рулю танком. Так. Предложение присоединиться к взводу, 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 взводу. Ладно. В прошлый раз не очень получилось. В этот раз купим 5-сантиметровую пушку. Встанет она на эту башню? Нет, не встанет. Ладно, заранее тогда. И в бой. Карелия. О, мне нравится мое положение, да. Вершина общества танкового. Так, попытаюсь показать класс на этом танчике. Так как в прошлый раз мы никакого класса не показали. А, я уже не первый, а второй. Кого-то другого закинул непонятным образом. Странно. Такого раньше не видел. Хорошо. Точнее, ничего хорошего, ну ладно. В ущелье поедем. Покормимся там. Свежим металлом. Поджаренным. Бой начинается. Куда вы рветесь, господа? Дайте броне проехать. У нас очень быстрая броня разгоняется до полтинника. Но горку мы вряд ли успеем взять. Ладно, дальше и не поедем, пускай остальные прутся. Вот БТ-шечку пускай посветит нам. А мы дело сделаем остальное. Как-то я криво, правда, встал. Оп. Открыл позицию тем, что дерево свалил. Нет, так не пойдет. Вылезает туда брат по разуму. Эй-эй! Смена курса, значит. Меня не радует эта пушка. Эй, ты что творишь? Ты что творишь? Она вообще бесшумно стреляет. Танк с глушителем. И не очень точно. Конечно, можно на него тот же самый пулемет поставить, что был на старом танке. Но я уже выучил 5-сантиметровый и буду квасить с одного выстрела. Ладно. Идем вперед. Ну, так и будете там сидеть. Ладно, я свет. Кто-нибудь на горке сидит. Зачем? Не надо меня пробивать пытаться. Пробитие. Отлично. Блин, артиллерия. Светили, светили откуда-то, непонятно откуда. Ладно, надеюсь, победа будет за нами. А пока... Пока-пока. Что с тобой делать, мой маленький дружбан?
радио прокачивать дальше. Наверное, стоит. Так, что у тебя тут? Идем дальше в ПТ-хе. Т-95 все-таки. Это не шутка. Это очень здоровая махина. Так, ладно, на тебе еще повоюем. Что за дискриминация? Ладно, держитесь, Панзер 3, Аусфе. С вами я, походу, и встречусь. По большей части. С БТ-хами, конечно. Главное занять позицию. Хорошую позицию. Хорошую позицию на этой карте сложно занять. Попремся вот по правому флангу. Вот так вот. Где-нибудь здесь встанем. Будем просматривать дорогу и просматривать вот эту дорогу. Вот в идеале. На самом деле меня замочат нахер. Но можно попытаться. Бой начинается. Так. Что у нас тут? Я что, светляком работаю в этом раунде? Ладно, я труп походу. Походу дела. Потому что я остался без прикрытия, непонятно куда поперся. Очень непонятно куда. Или попытаться все-таки обойти их, как на танчике. Что ж, будет весело. Как минимум. Попытка прорыва на ПТ-шке. Оп-о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 п. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Не смущайся, парень, не смущайся. Гусеницу бы тебе сбить. Давай, танк против ПТ. Мне кто круче? Чёрта с два, артиллерия. Слушайте, отстаньте. Я не исключаю, что она вот на этом холме стоит и меня видит. Ладно. Прикрытие опять куда-то смылось от нас. Поэтому сами будем разбираться в своих проблемах. Зачем я сюда полез? Меня же убьют к чертям. Ну что, никого не обнаружим? Никого. Ладно, продолжаем охоту за артой дальше. А, флаг-то еще далеко. Я же далеко от флага еще, от вражеской базы. Арта нам мало заметная, поэтому она, скорее всего, меня увидит, а я ее нет.
Ага, так оно и есть. Цель захвачена. Поражение выглядит. Шанс разрыва увеличен. Готов. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Блин, Т-28. Какого черта он там сидел, непонятно. Крысятник. Мочи его. Я герой битвы. А, не будем выходить из боя, посмотрим. Так он. Ага, 8800. И 750 опыта. Обнаружил троих еще вдобавок. Я и как танк, и как светляк, блин, работал в этом раунде. Ты. Сори. Хакнутый. Привет. Почему так молчалив? Чё творишь? Ты ответь, и я отстану. Похоже на шантаж, ты ответь, и я отстану. Если не отвечу, то что? Так. Ладно. Еще поиграем. Попытаемся на этом. А что мы на этом-то получили? За прошлый раунд. 6,5 штук. 466 опыта. Оп. Поставим сейчас башню. Блин. Грузоподъемность. Ладно, потратимся и на это. Башня. И 5 сантиметров пушка. Похоже на танк. Очевидно. Пополнить, принять. Все, к бою готов, так что в бой. Опять Карелия. Локаст, локуст. Так. Что у нас? Стюарты. 26-ки. Не страшно, опять в ущелье. Попытаем удачу. Арты практически нету. Но если будет работать хорошо, то наделает делов. У нас ПТ-хи, так что в атаке у нас будет сложнее дела твориться. Ну да ладно, я рассчитываю на этот танк, в принципе. Бой начинается. Поехали. Слава богу, по двиглу у него запас довольно хороший. Сгоняется нормально. Все еще держит скорость набранную. Хороший легкий танк. Очень хороший. Главная пушка, чтоб меня радовала. А там уже остальное приложится. Так, свет идет вперед. Мы идем на пролом. 46-й, потише. Можно зайти справа врагов в обходе. Но там никого нет. Спрячемся здесь. Будем ждать врагов. Кто у нас сзади? Никого. Спину никто не прикрывает. Моральной поддержки тоже ноль. Так. В прорыв идти, что ли? Ладно, пойдем. Чем тут стоять будем? Я не люблю стоять на месте, даже если это чревато смертью.
короткими перебежками, передвижками. Приближаемся к врагу, может быть, в тыл ему зайти получится. Смотря где они там все. Оп. Нарвался. Повреждение гусеницы. Шанс на взрыва увеличен. Есть попадание. Все, быстренько-быстренько сматываемся. И вот там артиллерия, надо за этот камень спрятаться. Оп. Все. Погоди, куда поехал-то? Я тушу сигарету, у меня руки заняты. Так. Чувствую, зря я за ним попёрся. Страшные звуки деформирующегося металла раздаются. Оп, светляк поехал, вообще резвый. Я против такой резвости. Арта. Как я и говорил, арта делает погоду, даже в одиночку. Зря я так открыто вылез, нагло. Ну ладно. Такие личности тоже попадаются. Некоторые мне говорили, что я зазвездился, потому что не отвечаю. То есть не взять. Ладно. Покатаемся на арте тогда. Еще немножко ее покачаем. Что у нас тут? Прохоровка опять. БТ-7 во главе. Только легкие танки. На тусик. У нас в команде на тусик. 20-11. Владимир, Дима... Дима... Димак... Пцеф... Ладно. Ризотто зато есть. Вот это ник с выдумкой. Скорее, ризотто, как будто. Видимо, ризотто был занят. Может, такой ник. Бой начинается. Ладно. Прёмся до ближайшего кустика. И все. Давай, давай, проезжай. Чё смотришь? Проезжай. Так. Так. Большинство поперлись направо, и много кого осталось на базе. Проедем вперед. Кто-то там кого-то таранит. А, это, наверное, не прогрузившийся. Да. У-ху. Светляк. Ловим, 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 ловим. А, чуть-чуть не попал. Что-то я лажаю. Можно прямой наводкой, в принципе, уже стрелять. Блин. Обходит же. А-та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 -
Чуть-чуть сменим позицию. Здесь стоячий БТ. Седьмой, который во главе шайки бандитов из второй команды. Кто бы его подсветил?
Кто б тебя подсветил? Давай, свети. Ты вызвался. Бах! Немножко промахнулся. О! Еще лучше мишенька. Стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Да, непонятно, где он уже. Можно, в принципе, здесь допилить. Фак. В центр прям по прицелу выстрелил. Только не туда, куда надо было. Ну, оу. Как меня эти светляки уводят из себя. Получи. По шапке. Отход. Иначе все. Так. БТ-х у них еще жива с двумя киллами. Молодец, отступил куда надо. Господа, вы их как-то зажимайте. Что вы стоите? На удачу. Удачи никакой нету, как всегда. Так. Здесь у нас хиленькое прикрытие. Кто-то заходит сбоку. Наверное, БТ-шка. Так думаю. Пуф. Ну давай, 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 давай. Появляйся уже. Появляйся. Появляйся. Ой. Класс. Доигрался с шифтом, вылетел в систему. Все еще продолжается бой, я перезашел в игру. Я жив. Вовремя я зашел в игру. Класс. Извиняйте, господа. Но я на выход. Так. Так, мне это не нравится. О, кстати, что мы получили за предыдущий бой, а не показано. Да. Поддержка. Ладно, тогда закатнемся еще раз на этом мини-монстрике. Мини-монстрик. Движки у него тоже популярные. Для многих моделей подходят, так что потихоньку их надо тоже исследовать. Да ладно, на премиуме это не так уж тяжело все-таки. Радует хоть что-то. Эль-Халюф! Опять. Съездим в долину. Первый раз, наверное. КВшка может стать серьезным наказанием для нашей задницы и передницы в том числе. Слава богу, 5 сантиметров это уже хоть что-то. 50 миллиметров против 37 что-то додают. Т-34 у нас тут. Так. Су-85. Нас спокойно могут убрать с ПТ-х. Пойдем через право. Да, ему движок купить, он будет отличным светляком, я думаю. Надеюсь на это. А так у него, в принципе, скорость среднего танка. Блин, ну куда ты лезешь? Только еле-еле скорость набрал. Пойдем через самое-самое право. Дальше от огня. Здесь нас будет ждать уже. Доедем до тех камней. Будем, в принципе, в безопасности. От арты. Заехали. Тогда, не сбавляя темпа,
попытаемся зайти в тыл. У нас тут солидарный с нами человечек. Что? Тукалису? Тукалис, отлично. Столи я поработаю в паре. Порезвее как-то будет, чем я. Оп. Он очень высокий. В него легко попасть. Надо понимать, что там арта. И она сейчас с одного удара может вынести спокойно. О боже, это же КВ. Броня не пробита. А, его сняли. Подсветили, отлично. Руки не пробиты, движение невозможно. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, давай-давай-давай-давай-давай, чинись, и поехали, чинись и поехали, мать твою. Отлично. Нет, не отлично. Не отлично. Надо еще плотнее встать. Вот так не достанут. Не достанешь. Только если ты... Хоп! Фигушки. Я даже за тобой выйду, пожалуй. За тобой уже выехали. Паря. А теперь очередь подыхать у Т-28. Нет, рано выезжать. Я еще свечусь. Ага, подкреп пришла. Вовремя. Так, спрячусь-ка я вот за этим объектом. За высоким, как я уже сказал. Все, набираем скорость, поперли. Прям в тыл. По прямой ехать нехорошо, я понимаю, но скорость у меня не светляковая, так что буду по прямой ехать. Может, и не поспеют развернуться за моими маневрами. Не попал. Теперь попал. Так, ты мне только не наделал тут делов. Опа! Устроим жертвоприношение. Цель понял. Есть оставить цель. Давай. А, чуть-чуть не хватило. Враг. Молодец. Вперед. Один прячется все еще там. Там за кустанами прячутся крысики. Но мы их непременно добьем. И здесь, наверное. А, нет, он вот там вот. Не попал. Не попал, что ж такое-то? 5 раз стрелял, не попал ни разу. 13 тысяч кредитов, 1291 опыта. Эх, был бы он удвоенный. Так, отлично сыграли. Так,
Теперь же нормальные суммы начали поступать к нам на счет. С каждой бой так проводить. Будет очень и очень неплохая перспектива. Так. Сколько следующий танк, кстати, стоит? Третий. Панзер. Кампфваген! Магазин. Это уже средний танк, надо полагать. Да. 182 тысячи. Ну, у него, в принципе, бронированием только отличается. Так, все то же самое. Так. Еще закаток. Да. Да, я снимаю. Пока. Что? Парень, не то место знакомиться со мной. Не то место, не то время. О, отлично. Здесь можно наделать делов. Даже больше, чем в предыдущем бою. Пойдем через право. Пойдем через право. Или через лево переться. А, пойдем через лево. Через лево мы еще не ходили, по-моему, ни разу. Нормально. Только неудача. Всем идите на. Наш мужик. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я готов бесконечно смотреть, как колесики вот нашего панзера крутятся. Ну и готов бесконечно смотреть, как горят вражеские танки. Особенно, если они горят от моего выстрела. Так. Разогнались. Встречаем первыми по плану. Если он и был, этот план. Хо, в деревню, шо ли? Ну, хо. Шо ли? Не деревня, а хутор, мать вашу. На! Неудачно. Я за тобой пойду. Успел с собой забрать. Но я налажал, конечно. Надо было бить того БТ. Седьмого. А я сделал кардинально неправильно. Ладно, размен, хоть и не... не особо в пользу в нашей команде, но все-таки...